По поручению генерал армии Михаила Моисеева, который является генеральным инспектором Минобороны России и возглавляет Российский союз ветеранов, куратор РСВ по Южному федеральному округу, председатель Ростовской областной организации этого союза, генерал-майор Владимир Чернобылов вручил медали за отличие в поисковом движении группе донских поисковиков и краеведов-исследователей событий фронтовых лет, а также тем, кто оказывает им всестороннюю поддержку. Вот благодаря общим усилиям всех и вот сидящим здесь ее подняли, она в свое время займет место почетное, которое в газете уже писали, что будет бронепоезд на Самбекских стоять. Значит, она займет достойное место в нашем общенародном музее Самбекские высоты. Поэтому решите вручить Эльвире Валентиновне медаль.